Так, обзор обновления на Rocky Blue Point от 23 мая 2024 года. Так, они добавили два комплекта скидок. Точнее, не скидок этих, а скинов. На Заю. Вот такая небольшая пати, прикольная такая. И на танка. Ну, такое ничего, для любителей. Потом петушок. И нунчаки. И вот армейская такая шляпка. Ну, или типа какая-то праздничная, у них там китайская жизнь. Ну, и всякая там непонятная. Ну, вы поняли. Так. Все будет под описанием под видео. Так. Усовершенствованный третий удар эрудиции. Теперь он включает в себя корректировку ближнего боя и контроль направления. Изменение героев. Реамлю. Это все напишу потом. Изменение игрового процесса. Мир Ян. Это я в рейтинге играть. Не хочу в рейтинг играть. Разгром меча. Внутриигровые достижения появились. Добавили... Вот то не надо эти достижения. Но... Изменения вне игрового процесса. Автоматическая смена стиля коллекции звезда. Ну, какая-то звезда непонятная. Список лидеров коллекции. Изменение приключений. Ну, так, такое все убогое. Изменение боя. Изменение героев. Опять кого-то там нерфят. Усовершенствованные нефриты души. Это, скорее всего, на... Изменение знамений какие-то. Изменение функции. Оптимизация функций. Обновление магазина. Это я вам уже показал. Новые скидки. Шоу-вей. Ну, танк. Исправление всяких ошибок, там, багов и всему тому подобное. Ошибки связаны с оружием, ошибки связаны с приключением, с PlayStation и Xbox. Все. Это весь контент, который... Это все будет под описанием под видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Стримить буду уже, дай бог, в субботу. На-на-на-на. Пригласил друга. Будем сейчас играть. Будем играть сейчас. Я сейчас все тут копируем, еще час целый качается там. Я там на жесткий ставлю, чтобы завтра уже... Stellarblade будет тоже на днях, где-то 25-го, скорее всего, 25-го. Завтра, потому что много будет всего идиотского, блин. Завтра будет сломай мозг как можешь нах. Да, игра. Я обычно в 17:40 там захожу, 17:20. А сейчас, ну, тут я просто гулял. Захожу в центр сообщества. Что-то в разы меньше. Уже 150 тысяч играет. До чего до игру довели просто, я не... Так игру уничтожить просто, просто пипец, нахуй. Игра найдена у вас. Просто за 3 года эту игру просто уничтожили, нахуй. На, Тибет. Вот такой скинчик. Надо директ 12 потом выключить. Я забыл бы выключить его. О.
Петушки, петушки, петушки. Как, господи, блядь, зачем это надо? Ну, и забыл, цирк какой-то делаю. They're so close, I can smell them. Там типа... На тебе. Ну-ка, по уду, как всегда. В принципе, ничего нового. Два арбалета, да, как обычно. Классика мирового масштаба. Команда 5, как всегда, нахуй. Сука, блядь. Это нахуй. They're not prepared for the torment that awaits them. Да. И это, если бы так работало, один за всех и все за одного. Файт. Я не буду файтиться, пока у меня нет нормального ута. Вчера тоже было. Я вчера зашел в этот мусор. А, у меня одна фиолетовая броня. Вроде фиолетового у меня не было, все синее, там копье синее. Thank you. And who said you care if I can smell them? Dirty again. I'll exchange. The shadow begins.
Much better. Thank you. Sturdy again. How luxurious. Ты третий там дрочит, как обычно. I can't use this. Come out. Come out wherever you are. Китайский выглядит так, блядь. I won't forget this. Fixed it. I need more time. Из-за моих матов, блядь, желтую монету ставить. Я должен держать свой гнев при себе. Lightning. They're attacking me. Где ты там, любимая? Дроп. I won't forget this. Слышь? Это комета, папа. Как меня бесит дикие, которые... This is practical. Someone take this. Которые берут квесты и не выполняют их. Так, это норма, да. Я не побегу 500 метров. Я вот кто берет, кто взял, тот пускай выполняет. У меня никто тут нету. Так. Не, потише сделай. Я думал, у меня 100% стоит, но оказывается...
Нет, не может быть, не слышится. У меня хороший слух. Does anyone want this? Если честно, я забываю про эту штуку. Not too bad. Does anyone want this? Только я это не беру. Не хочу и не смысла нет. Умею ими пользоваться, но это не мой стиль. Не мой стиль оружия. Я и могу им 15 убить, я могу и 7 убить, и 8 убить. И каждый раз, чтобы у нас дропается, надоело, да. Я уж копье возьму, глефу, там, катану. С катаной я плохо играю. Ну, тогда как, блин, тоже. Могу нормально играть, могу плохо играть. Так что... Как пойдет игра, так и буду играть. А если не получается, смысл трогать? Также вот с кинжала. Я взял 22 уровень кинжала, это за 3 года. За 3 года 22 уровень. Позорище. Here in my house.
вот эти типы, которые были с нами в начале игры, они вот не присветились. Живот болит, траванулся я чем-то. Не там кто-то прыгал. Угу. Что-то было было нам. Серьезно? За 3 года ничего не поменялось. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Больше здесь контента никакого вы не увидите. Все. Нахрена я выводить, выключать было сервера, когда это можно сделать в фоновом режиме. Китайцы, одним словом.